Дима. Англия. Ну, потому что погода нравится. Какую страну вы любите больше всего? Мне больше всего нравится Турция. Мне нравится культура. Мне нравится, как там люди относятся к туристам, очень добрые. Также мне нравится их кухня. А мне нравится Китай, потому что там все так разнообразно, интересно. Саудовскую Аравию в Дубай хотел бы полететь. Почему Саудовская Аравия? Мне эта страна нравится больше всего. Страну ты любишь больше всего? Арабские Эмираты. Почему нравятся Арабские Эмираты? В основном, мне кажется, после проекта Орел и Решка. Турция. Сюда бы тоже хотела бы, на этом уже не было. Куба! Я на Бали хотела. На Бали, да. На Бали. Там хорошо. My favorite country. Of course, it's Russian, but the second is Saudi Arabia, because it was the only country I visited. Какая страна тебе нравится больше всего? Больше всего мне нравится страна Испания. Я бы очень хотел там побывать, потому что я очень любитель футбола. Хотел особенно побывать в Каталонии, так как я большой фанат Барселоны. Я бы хотел во Франции, Париж. Я предпочитаю страну Турции. Почему? Ну, потому что, во-первых, по отношению к нашим людям цены дешевые, и там туристически развитая страна. Мне нравится атмосфера. Какая страна вам нравится больше всего? Россия. Да, скорее всего, нет такого. Мне нравится. Есть люди в той стране, которые мне не нравятся. Какую страну ты любишь больше всего? Россию, наверное, нашу страну. А если помимо России, в какую страну ты бы хотел поехать? Наверное, не подумал. Нас все устраивает. Mm-hmm. Европа в целом, да. Конкретно Германия. Почему Германия? Потому что жил какое-то время там. Очень нравятся люди, менталитет. Есть с чем сравнить. Да, есть с чем сравнить. Очень хорошие люди. Mm-hmm. А есть ли страна, которая вам не нравится? Мне нравится. Это Российская Федерация. I think it's Italy. Because I really love their culture, their music, their perception of life in general. Korean country, of course, because I'm a big fan of Korean food, Korean cuisine, and I have a lot of Korean friends. Dagestan. Yeah. Remember to subscribe to Dozen to Go. Есть ли у тебя страна, которая тебе нравится больше всего? My love country is Switzerland. Emirates. I like Dubai. Очень сложный вопрос, так как я за пределы своей страны никуда не выезжала. Даже африканские страны не очень интересны. Да, есть ли страна, которая вам нравится больше всего? Две крайности – это Исландия и Бали, Индонезия. У меня Норвегия. Популярный ответ. Скандинавия. Какая страна тебе нравится больше всего? Франция. Почему? Потому что я видела обзоры у блогеров, и там хранились винтажные рынки, а также старые улицы, и поэтому меня больше тянет туда. Какую страну вы любите больше всего? Россия. Россия, само собой. Помимо России, то Германия. Почему Германия, Норвегия? Норвегия знает хорошо. Погода, скажем так. Города красивые. Угу. В Германии можно хорошо заработать, хорошо выжить. Угу. Так сказать, не как здесь. Хорошо можно повеселиться в Амстердаме. Есть ли у тебя страна, которая тебе нравится больше всего? Нет, наверное, такой страны нет. Of people in the country.
Окей. У тебя любимая страна? Да, есть. Я думаю, что это Франция или Италия. Тоже мне нравится их менталитет. Любите тебе больше всего помимо России? Англия. Почему Англия? Есть ли у тебя любимая страна? Да. Какая? Испания. Почему Испания? Потому что там находится любимый клуб, находится он в Барселоне, и хотелось бы сюда посетить именно этот город. Все любишь? Азербайджанец. Я Россию люблю. Это Швейцария. Так как там красивые виды, горы и спокойно, уютно как-то. Так особо такой страны, конечно, нету. Я люблю свою Россию, свой Дагестан. Ну а так. На нас похожие вот эти итальянцы говорят, поэтому я немножко симпатизирую им. Какая твоя любимая страна? Россия. А если помимо России? Нет, только Россия. Ну, наверное, Швейцария. В принципе, контингент нравится, да, и в принципе, Россия. Всех люблю. Больше всего России. Сейчас все жду. Ну, давай. Какую страну вы любите больше всего? Турция. А мне обязательно надо? Да. Россию. Я патриотка. Помимо России, ну, предположим, Турция тоже нравится очень сильно. Угу. Тоже в основном за счет еды, за счет моря. Угу. Есть ли у тебя страна, которая тебе не нравится? Не могу сказать. Скорее всего, нет. Хотел поехать в Испанию и посетить футбольный клуб Барселона. Russia and Dagestan criminal. This one country Russia, one country Dagestan criminal. Есть ли у вас страна, которая вам нравится больше всего? Да. Какая? Корея. Почему эти страны? Потому что Норвегия — это страна, которая действительно заботится о своей природе. Она хочет сохранить все свои материальные блага в первозданном виде для своего будущего поколения. А Южная Корея просто очень атмосферная. Там не верю никому.